Категорически. Продолжаем играть Человека-паука. Начинаем ровно с того же, на чем закончили в прошлый раз. Вот даже древо навыков не прокачивал. Думаю, будем проходить по основной сюжетке. Сейчас, секундочку. Ну и так, будем отвлекаться, может, на какие-то вторички, если вдруг совсем уже надоест. Прям строго по сюжету идти. Так, паутинная проща. Это что, бросок на паутине? Идеальное уклонение. Ага. Очки навыков доступно 6. Возьмем вот эту штуку. Нажмите X, а затем удержите игрушки, чтобы взять и бросить врага в любом направлении. Увеличение длительности интервалов идеального уклонения и паутины контратаки, облегчающее применение. Надо. Это чтобы не париться. Нажмите X во время окончания атаки для получения дополнительной концентрации. Давайте вот это возьмем еще на паутине гонять. И вот это тоже классная тема. Ага. И калаши, чтоб... Ага, калаши нифига не могу, все. И паутина проща тогда надо. Это чтобы с паутины фигарить. Так. Задания недоступны. Персонажи. Юрий Ватанабе. Рост 175, вес 61. Возраст 38. Капитан полиции Нью-Йорка. Псевдоним «Лучший напарник». Питер Паркер. Человек-паук. Так, списки приемов. Это все понятно. Это проходили в начале. DLC, ограбление, войны банд и серебряный луч. Сейчас мы проходим основную кампанию. Так, ну что ж, как тут... Вот карта. Все. Работа. Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом. В паре кварталов. Ой, придется все делать самому. Не надо, это опасно. Это, я так понимаю, Зенит, это много. Наш наставник, это, скорее всего, этот... Надо поспешить, как пока его? Он не покалечился. Правильно, это ящер. Спикировать вниз, нажимайте левый стик вниз. А, он же еще умеет по стенкам сбоку бегать. Если нет вот таких вот. По ровному зданию, ну-ка. Да, вот. У-ху! Забыл, как вверх. Как вверх делать этот? Ну, чтобы он вверх подпрыгнул. Хопа! Хопа! Вот это я красиво сделал. Красиво, да. Простите, опоздал. Я... А, не, подожди, это... Я понял. Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты вот что значит парень? Совсем я не знаю. Я изобрел это оборудование, значит справлюсь с ним. Или это получается доктор Октопус? Или кто это? Колебаний. Черт. А, может быть отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? А, ну точно, Октавиус. Опять неудача. Октавиус. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания.
Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушить? Дали выходной. Да, док выгнал меня на выходной. Но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Так, планшет. Octavius Enterprises. А, Industrious. Ладно, не Enterprises, черт с ним. Подключить сервомотор. Окей, поехали. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Так, блин, нам сюда надо, да? А. Как повернуть вот эту? Угу. Ага. Вот так. Поворот. Так. И по... А, ну два поворота, все отлично. Повороты, повороты. Вышло. Е-е-е-е. Ну это было легко. Это было максимально легко. Перенаправим сервопривод. Так. Так, погоди. Погоди. Это не сюда. Это не сюда. Это надо убрать. Здесь должна быть вот эта штука. Потом вот это. Потом вот это вниз. Не ведет. Не ведет. Убрать. Значит, должна быть вот эта штука. Потом должна быть прямой промежуток. Поворот, поворот, поворот. А, вот, это в любую... Всё, понял. Так, этот поворот сюда. Этот поворот сюда. И прямая. Отлично. Ладно, что дальше? Сбалансируем напряжение. Так. Фактическое напряжение требуемое 3. А, минус 1. Плюс 2. Здесь надо убрать. Убрать. И вот эту сюда всунуть. Вот, все. Сбалансировал напряжение. Изи. Изи. Посмотрим, что будет. Все будет хорошо. Как новенькая. Ничего не взорвалось, значит нормально. Материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Так, что тут еще есть интересного? Пощупать. О, бумбоксик. Туц, туц, туц. О, пицца. Это черепашки ниндзя оставили. Обожаю кофе на работе. Спасибо, Боже, за гранты. А это что? Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование дока и перепроверить его работу. Это доп. Опыт, да? Премия за полное завершение. Ладно, это потом. Сейчас это нам не интересно. Что здесь? Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Понятно, это записки. Ты, короче, нас обучают всяким спектрограммам, шмакадабрам. Ну, вот это должна быть вот это. А, тут прям таскать можно.
Это вот сюда. Спектральный анализ. Это вот сюда. Спектр найден. Поехали дальше. Гидрогель. Полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Че, и все? Ну ладно, класс. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Валим. Тетя Мэй еще же звонила. Надо к тете Мэй заехать. Но костюм-то жопа. Надо новый костюм. Так, это кто? Вот она бы. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Крафт. Со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Скорпион. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание. Ты что, зеленый гоблин? Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Сейчас опять обосрет. Это только факты с Джим, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. Джей. Дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с Джейм, Джон и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Себя нахваливает тут. Прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь! Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Давайте послушаем, что он скажет. Пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. И для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу. Ну, так и есть. Ушел один, придет другой. Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. А мы сломаем. Проверю-ка я эту вышку. Входные частоты смещены. Изящно. Ой, тут длину волны подбирать надо. И... Что я... О, сейчас понастроим. Какой размыленный корабль вдали. Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Угу, ну это нас учат, как искать преступления. Ну, спасибо, спасибо. Сиджаев больше, чем нужно. Прикрывай.
Теперь уверен, что они не забыли ключи. Да, конечно, это так поступают люди, которые забыли ключи. На, ух! На, ха-ха! Так, а что там я еще-то? Я же какие-то приемы выучил. А, там что-то после идеального же уклонения у меня было, да? Ой, по голове получил. А я разве не могу отнимать? Я же вроде мог отнимать, нет? Ну вот, я же говорю, что я могу отнимать. На, коробкой! Теперь ты бомж. Награда, жетон преступлений. Всё, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий ты, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый, опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-пау. Нет, не надо. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я точняк. Сказала, отвали! Точняк она. Отстаньте от меня! О, вон там толстячок. Его, по-моему, как-то тяжело будет его убивать. Громилу очень сложно ранить в рукопашную. Чтобы заставить ее раскрыться, используйте паутину и броски предметов. На! Ты не громила, но тоже получи. На! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй-яй-яй. О, нифига! Это было круто! На. Опа! Видал, как я умею, да? Оба! Видал, как я умею. Хоба! Хоба! Видал? Ха! Ой, по голове-то зачем, мужик? На тебе еще вот так. Получи урной по башке. А что ты не подтянулся? На. Опа. Уходи, или она умрет. Отпусти! Так, спасите заложника, пока не истекло время. Прицеливание, затем нажмите РБ, чтобы разоружить. Разоружить. На. На. Ха-ха. Всё зашибись. Всё в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. Парень-паук. А, человек-паук. Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Парень-паук. Я парень-паук. Хоп, побежали. Хоба. Поднявшись на вершину, коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Где она? Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет. Конечно, нет. Шеф никогда не понимала копа-паука. Считала его диким зверем. Максимальный псих. Коп-паук. Свин-паук. Так, вот сюда, да, вроде можно? Можно настроить эти вышки не только на преступление. Так, так. Это слишком длинная волна. Во, отлично. А на чё ещё? А, о, рюкзак. Есть! Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Оп. Опа.
это же мой школьный рюкзак. Сколько у него паутины, кажется, получается. Я забыл, что цеплял на них маячки. Школьный рюкзак, господи. Он у тебя что тут лет... Сколько лет он, интересно, провисел? У тебя что, паутина вообще бесконечная, что ли? Так, это все понятно. Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Он и человек, и паук, но главное коп. Минус нашего первого свидания с МДЖ. Я не смог позволить себе место поприличнее. Все понятно. Сколько преступлений ты должен раскрыть? Хоп. Чё вообще полиция делает? Я уже 3 преступления успел за пару минут сделать. Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! На! Пока. Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Человек-придурок. Опа. Идеальное уклонение. До свидания. Сделаем апгрейд машины. Да, тачка на прокачку. Сейчас починю последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону — удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все это куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу. Я слишком стар для этого дерьма. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о копе-пауке безвременно... Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Так, волна подлиннее. И по... Вот так. Отлично. Еще один рюкзак. Кстати, недалеко, надо слетать. Слетать надо. Большой урон в рукопашке. Куда? Плохо. Нельзя, чтобы 3 волоска на моей груди попали на камеры. А я думал, будет CGI какой-то. Инструмент для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Да. Прибраться в лаборатории. Нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Вот. Его оптимизм на развес бы продавать. Неудачный прототип. Похоже, до завтра он не появится. Пытался создать прототип паутины в Аскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Никогда мне не везло с этой компанией. Так. Думаю, сейчас подлетим к заданию и на этом закончим. Пролетимся еще красиво так. Максимально красиво так. Опа. Что ни говори, а летать здесь просто приятно. Я бы вставил птиц так бамс и все, сбили. Упал. Как-то же еще можно, по-моему. О, вот так.
отталкиваться резко от предметов, и, по-моему, можно еще пролетать между предметами. Оп. Нет, давай вот. Оп. Вот так вот. Ну, на этом закончим. Продолжим уже в следующем видео. Всем спасибо. Всем пока.